Госдеп призвал наказать виновных в смерти Гандзюк. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нападения на украинских активистов должны прекратиться. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила соболезнования родным и близким чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больнице. Об этом она написала в Твиттер. Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны быть преданы суду, подчеркнула Науэрт, добавив к своей записи хэштеги «Мовчан не вбивай кто замовив». Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги. После 3 месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице. Причиной ее смерти назвали полиорганную недостаточность и химические ожоги. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.